Блогер создал орган из говорящих игрушек Ферби. Ролик с музыкальным инструментом блогера за 2 дня собрал свыше 450 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube. При создании импровизированного органа были задействованы 44 игрушки. Блогер опубликовал в сети видео, в котором показал созданный им орган из 44 говорящих игрушек Ферби. Видео с импровизированным музыкальным инструментом, опубликованное на YouTube-канале Look Mom No Computer, собрало за 2 дня свыше 450 тысяч просмотров. Блогер отметил, что для реализации этой задумки ему потребовалось изрядное количество сил, времени и денег. Игрушка Ферби появилась в 1998 году. Она была очень популярна до начала 2000-х годов. Позднее она также получила несколько обновлений. Ранее сообщалось, что в Японии вернули к жизни легендарный Тамагочи. На рынок популярную некогда игрушку вернул местный производитель. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.